Доброго дня, шановні глядачі, в ефірі телеканалу «Миколаїв», програма «Це вас хвилює», студії Марини Шкрупська, я рада вас вітати. Як завжди, говоримо про наше здоров'я по понеділках, зичимо всім здоров'я, і щоб бути здоровими, що робити, з'ясовуємо у нашій студії. Сьогодні наш гість – це Максимова Ірина Станіславна, головний лікар Миколаївського обласного шкільно-венерологічного диспансеру та обласний позаштатний дерматовенеролог. Доброго дня вам. Доброго дня. І, звісно, що з фаху лікаря зрозуміло, що говоримо сьогодні про наші шкірні захворювання, так, особливо під час літа. Зараз сонечко, всі ми засмагу любимо, які ми засмаглі гарні, але які наслідки цього можуть бути, зараз з вами дізнаємося. На що треба зосередити свою увагу, щоб з відпустки вийти здоровими і не начепити на себе, крім засмаги, ще якихось проблем зі здоров'ям, так? Отже, Ірина Станіславівна, про що турбуються дерматовенерологи влітку і які найбільше, з чим найбільше звертаються до вас пацієнти? Здравствуйте, уважаемые зрители. Я начну свой рассказ, так скажем, не ответом на вопрос, а начну с самых простых истин, которые, возможно, кто-то знает, а, возможно, кто-то узнает что-то новое для себя. В этом году, несмотря на то, что лето у нас, так скажем, нас особо не балует, но солнечные лучи все равно остаются активными. Они активны, как, скажем, в зимний период, так и в летний период. Почему, я вам сейчас расскажу. Значит, ультрафиолет, который мы любим эстетически, мы любим загар, мы любим понежиться на солнышке, в настоящее время на самом деле очень активный. Скажем, еще лет 20 назад мы не били такую тревогу, то есть не было такой тревоги в отношении вреда солнца. Солнце имеет как и вредные свои качества, так и положительные. Но из положительных качеств что мы знаем с вами? Профилактика рахита, выработка витамина D3, да? Польза солнца заключается в иммунном ответе организма, то бишь мы загораем, купаемся и приобретаем здоровье, закрепляем здоровье на весь текущий год, закаляем своих деток. Солнышко эстетически, уже я говорила, мы выглядим красиво, и мы это любим. На сегодняшний день проблема загара состоит не только в нашей области, а во всем мире. Значит, ультрафиолетовые промени, лучи, которые действуют на нашу кожу, имеют три вида лучей. Это, наверное, не новость, я еще раз повторюсь. Это А-лучи, Б-лучи и С-лучи. С-лучи задерживаются в стратосфере и не доходят до земной коры. А-лучи – это те лучи, которые дают загар нашей коже. Они являются наиболее опасными, наиболее активными. Они занимают 95 спектра солнечных лучей, и Б-лучи, которые являются полезными для нашего организма. Они занимают порядка 5% солнечных лучей и дают покраснение кожи, лечение кожных заболеваний, то есть польза от Б-лучей – это лечение псориазов, длительно текущих дерматозов. Вот как раз люди хроническими дерматозами пользуются. Пицыхают, пицыхают, да. То есть выздоравливают, грубо говоря. Значит, мы должны знать, что наша кожа – это такой же орган, как и все органы нашего организма. Наша кожа занимает порядка 2 квадратных метра. Она является фильтром и спектром для всех наших и ощущений, и вредных, и полезных, так скажем, влияний. В настоящее время, если раньше мы говорили о том, что загорать мы можем в течение целого дня, ну, убирая, скажем, момент, период обеденного перерыва. Сейчас дерматологи рекомендуют загорать до 10 утра, пока нет активности солнечных лучей, и после 4 вечера. И краще это делать в тенечку, так? В тенечку. Тем не менее, даже если есть средства индивидуальной защиты, зонтики или навесы, а лучи все равно проникают. Вы знаете, если мы лежим под зонтиком целый день, мы все равно получаем ожоги і загар. Ну, ми не говоримо про цілий день, навіть той час, який і раніше вважався не безпечним, безпечним для того, щоб засмагати. Время... Зараз він також нам несе небезпеку, так? Правильно? Да, ми рекомендуємо избегать эти это время для нахождения на солнце. Значит, что опасного несёт в себе солнечный свет, прямые ультрафиолетовые лучи? Это, в первую очередь, заболевания кожные новообразования. Мы знаем, что есть доброкачественные новообразования, предраки и раки. На сегодняшний день во всем мире очень большая настороженность в отношении заболевания меланомы.
Меланома – очень злокачественное заболевание кожи, которое быстро прогрессирует. По мировым данным и по данным Николаевской области занимает чуть ли не ведущее место в заболевании в смертности от рака кожи. Угу. А как она выглядит, как она себя проявляет? Значит, выглядеть она может по-разному. Это могут быть и темные пигментные пятнышки, это могут быть и бесцветные пигментные пятнышки. Только врач-специалист, благодаря дерматоскопии, то есть обследованию определенными методиками цифровыми, может сказать, злокачественное новообразование или доброкачественное. Значит, люди, которые имеют множественные высыпания кожных покровов, темные высыпания, должны для себя сделать такие выводы. В первую очередь, как мы советуем в настоящее время нашим пациентам. Если вы не обращаетесь в лечебные учреждения специализованные, вы должны сфотографировать свои кожные покровы. Так называемая простая карта родинок. И вести наблюдение над новообразованиями, которые выглядят темнее вашей кожи. Значит, что может быть первые признаки от злокачествления новообразования? Потемнение этого пятнышка. В первую очередь, изменение его размеров, разрастание пятнышка или какие-то рядом вокруг пигментного пятна новообразования. Изменение его поверхности может быть, увеличение периферических близлежащих лимфоузлов. Вы как и самостоятельно, так и в семье можете этот процесс, так сказать, наблюдать. Значит, если требуется квалифицированная помощь специалиста, в областном кожевенодиспансере существует метод дерматоскопии, цифрового изучения новообразования. Есть специалисты, которые получили квалифицированное образование. И благодаря этому мы можем диагностировать изменения пятна, какие-то его увеличения, признаки, определить для себя. В дальнейшем мы уже определяемся, что мы будем, как мы будем пациента в дальнейшем вести, направлять и так далее, тактику избираем для себя. Мова йдеться про новоутворення різних розмірів, адже в декого вони можуть нарахувати там, десяток, два десятка якогось новоутворення. А дехто і сотні не вистачить для того, щоб перерахувати їх всі. Вот в этом-то и проблема, понимаете, большая. То есть в Николаевской области не существует методов диагностики, так скажем, мирового уровня. Они есть в киевских клиниках и, пожалуй, в Европе. То есть это цифровые кабины, очень дорогостоящие, которые уже визуально сами компьютерная техника определяет изменения новообразования от злокачествления. Но, тем не менее, вот недавно проводился день меланомы, он проводится в Украине в апреле месяце ежегодно. Я не скажу, что мы только в апреле месяце в этот день принимаем пациента. Это ежедневный поток людей, ежедневная диагностика, ежедневное наблюдение. Но это уже индивидуально. Каждое новообразование можно рассмотреть. Угу. Каждое новообразование можно продиагностировать, каждое новообразование можно отправить на гистологию. Это решает квалифицированный специалист, как в дальнейшем вести тактику. Вот ваш вопрос в отношении размера пятна. Они могут быть и минимального размера, то есть горошину, и более обширные. Здесь, конечно, генетическая предрасположенность. Доктор ведет с больным, собирает анамнез, ведет диалог, опрашивает его в отношении наследственности, в отношении образа жизни и так далее. То есть, как часто пациент находился на море, как много у него было ожоговых ситуаций и так далее. Ведь, смотрите, к меланоме мы подходим уже, так скажем, к серьезному заболеванию. Многие люди не понимают для себя, что ожог кожи – это тоже стресс для организма. Почему? Потому что каждая ожоговая ситуация сопровождается гибелью клеток кожи, выделением свободных радикалов, которые, в свою очередь, повреждают как и кожные покровы, и лимфой кожи, лимфатической системой, поступают в наши внутренние органы, вызывая гибель, апоптоз клеток. Поэтому каждый должен для себя решить, надо ли ему активный загар или не нужен ему активный загар, потому что злокачественные заболевания не только кожных покровов, а всего организма
чаще всего в настоящее время одним из первых вредностей, которые существуют для организма человека и вызывают патологии различных органов, является ультрафиолет современный в настоящее время. А чи є вік у цих захворювань? Чи можна сказати, що треба задумуватись там людям після якогось віку? Чи це може статися в будь-якому віці меланома? Значит, в настоящее время вот в Австралии у них озоновый слой минимально покрывает, так сказать, поверхность австралийской территории Австралии. И у них самый активный ультрафиолет на планете. Существуют программы государственные, где деток уже с детского садика, возраст детского сада, одевают в одежды, которые покрывают все кожные покровы. В обязательном случае обязательным условием являются навесы над детскими площадками, где детки играют. И одним из обязательных условий – обработка солнцезащитными эмульсиями, кремами уже с маленького малолетнего возраста. Вони допоможуть в профилактиці меланом? Профилактики, конечно, помогут. То есть возраст человека здесь не рассматривается как таковой для новообразования. Помолодели злокачественные заболевания кожи, значительно помолодели. И уже возраст 20-30 лет мы рассматриваем как, так скажем, настороженность должна быть большая. Що ще робити для того, щоб уникнути захворювання? Значит, ми проговорили уже о том, что активное солнце, период с 10 до 4 нежелательно находиться на пляже. Первое условие. Второе условие – это нанесение, если даже вы находитесь где-то на отдыхе, нанесение солнцезащитных кремов, эмульсий. Лучше, конечно, если они будут космецевтическими, то есть куплены в аптечной сети, или профессиональные, потому что сетевой маркетинг, ультрафиолет должен быть профессиональным компонентом одних, который входит в эмульсии крема. Значит, далее. Далее. Ни в коем случае нельзя купаться, принимать ванны морские в активное солнце, потому что вода очень сильно отражает, ультрафиолетовые лучи процентов 40 попадает на кожу человека. Обязательное ношение головных уборов, шляп и солнцезащитных очков. Наша сетчатка нашего глаза очень чувствительна к солнечным лучам, в том числе вот и не только к солнечным лучам, и к свету идут большие повреждения и злокачественные заболевания сетчатки глаза. Поэтому ношение очков даже в зимний период тоже предотвращает всякие неприятности, которые могут вызывать заболевания глаз и кожи в том числе. Меланома, я думаю, это такой крайній, не дуже крайній, але все ж таки екстремальний вже випадок захворювання, так, як наслідок там засмаги або відпочинку влітку. Але є багато інших захворювань, які очікують нас на пляжах, в містах відпочинку, з якими звертаються до вас потім наші глядачі. Що ще нас влітку очікує після гарного відпочинку на природі, наприклад? Значит, одним из серьезных, опять таких наших проблем – это заболевание микроспорией. Микроспория – это лишай кожи. В настоящее время большое количество бродячих кошек, собак и большая заболеваемость микозами кожи, как у детей, так и взрослых. То бишь, при контакте с грибами на кожных покровах появляются высыпания, которые, естественно, в домашних условиях мы не в состоянии лечить. Но кожные покровы, так сказать, это минимальный риск для организма, а вот волосистая часть головы, которую детки наши зачастую приносят домой, да, поигравшись с кошечкой или в песке, или погладив собаку, требуют длительного стационарного лечения. Почему? Потому что без стационарного лечения, без употребления лекарственных препаратов внутрь, это все приводит к нагноительным процессам волосистой части, это все приводит к облысению деток. То есть это очень серьезный момент. Плюс, если в семье, конечно, не один ребенок, а детей еще несколько, наблюдения наших дерматологов, длительный процесс, повторные анализы и так далее. Поэтому детей надо купать,
лучше противогрибковым даже каким-то шампунем после гуляния где-то на улице, в песочнице и так далее, наблюдать за его кожными покровами, раздвигать волосики на волосистой части головы, в случае каких-то недоразумений не заниматься самолечением. Перші прояви цього? Первые признаки округлые, цвета размера монеты, шелушащиеся пятнышки. Они круглые довольно-таки, их видно, с четкими краями. И на месте появления на волосистой части головы выпадение волос. Ага. Нанеительные процессы. После зазмаги в деяких детей, дорослых, можно побачити білі плями на шкірі. Ага. Дехто вважає, що це не хвороба і ходить з ними роками. Що це таке? Это самое простое, что может быть, и приносящее эстетические неудобства у человека. Это грибы, которые существуют у всех людей на кожных покровах. При сдвиге щелочного баланса кожи, то есть кожная среда и кожный пот становится более щелочным. И эти грибы начинают давать рост, не пропуская ультрафиолет, поэтому здоровая кожа загорает, а кожа, поврежденная грибом этим, он не контагиозен, не передается никому, скажем, из родственников, из членов семьи. Лечение здесь тоже должно быть специфическое, естественно. Воно повинно бути. Вреда, я еще раз повторяю, для организма кожи, для организма человека не приносит, но эстетически выглядит некрасиво и может прогрессировать. Самостоятельно не проходит, здесь требуется, в зависимости уже от состояния пацієнта, ми назначаємо лечение. Також лікування, так? Да. Гриби, це тут ми заговорили про лішаї, про гриби і про грибок на кінцівках наших. Як знову ж таки приїхати з відпочинку і не почати лікувати грибок кінцівок? Яка профілактика цієї хвороби влітку? Профілактика хвороби, індивідуальна обувь своя. Индивидуальная обувь в бассейнах, то бишь не ходить босиком. Ага. Существуют сейчас разнообразные обувные магазины специализированные, да, это могут быть такие в виде чешек, прозрачные туфельки, да. Значит, иметь при себе можно какие-то спреи противогрибковые с целью профилактики и вечером, утром обрабатывать ногти, обрабатывать подошвы. А в случае обнаружения каких-то, скажем, повреждения пластинок ногтевых или высыпаний на подошвах, пожалуйста, анализы. Без лабораторного обследования лучше самолечением не заниматься. И только квалифицированный доктор, опять-таки, который занимается этими проблемами, поможет вам решить задачу. Безвізовий режим, він не тільки облегшив виїзди наших громадян за кордон з метою відпочинку, що зараз спостерігається масово, ми спостерігаємо в соціальних мережах фотографії своїх знайомих з різних курортів світу, так? І також додав нам проблем зі здоров'ям. Яка така нова хвороба, про яку зараз також в соціальних мережах говориться, дехто сприймає це за фейк, але все ж таки вона існує. Що це таке, що це за вірус і що з ним робити? Ну, якщо ви маєте в виду вірус Коксакі, який зараз бушує в Турції, да? Там, скажімо, і в побережжі, де скопленість людей большая, де большой контакт воздушно-капельний, де активне сонце, висока температура, цей ентеровірус набирає сили, і воздушно-капельним путем, або через немитые руки, грубо говоря, да, попадає в кишечник человека, вызывает интоксикацию, клинику энтеровируса, то есть рвота, диарея. На кожных заболеваниях уже в течение, скажем, 2 лет мы открыли для себя новое заболевание, которое на сегодняшний день называют руки, ноги, рот. Ага. То бишь, по приезду с курорта или даже не по приезду с курорта, и у нас в области отмечается высыпание на ладонях, на подошвах и во рту. Это при этом вирусе. Очень обеспокоены родители, и мы для себя сразу не могли определиться, что это. Ну, слава богу, в литературе, в интернете, на наших симпозиумах и съездах эта инфекция
интравирусное лечение, симптоматическое, то есть как лечение вируса Коксаки, и в дальнейшем как бы осложнений мы не наблюдали. А высыпание какого роду проходит? Высыпание как комариные укусы. Багато высыпания на ладонях, подошвах и во рту. Поэтому бить тревогу не стоит при успешном специфическом лечении, симптоматическом. Исходы заболевания хорошие. На які ще моменти потрібно звернути увагу влітку? Ну, это наши банальные бактериальные инфекции. Если раньше мы считали, 20 век был веком бактерий, да, и антибиотики широко применялись в лечении бактериальных заболеваний, то 21 век – это век вирусов и аллергий. Значит, но тем не менее бактериальные инфекции остаются, они никуда не ушли. Стрептостафилодермия, сбитые коленки, укусы насекомых, в дальнейшем мацерации, экскориации приводят к нагноительным процессам. И учитывая, опять-таки, окружающую среду, температуру окружающей среды, то, что благоприятно для бактерий, это иногда приобретает, скажем, такой массивный характер, да, распространенный. И родители самостоятельно, которые начинают ликоваться, не приносящие успеха, все равно обращаются к нам. Ну, опять-таки, это не занимайтесь самолечением. Это один из вопросов. И век аллергий. То есть летом даже хождение по траве, существует такой диагноз, мы его называем луговой дерматит. Нижние конечности, травы цветут, травы активные. Это и употребление фруктов, овощей массивных, это и фотодерматит, то есть контакт с солнцем вызывает тоже аллергические заболевания кожных покровов. Здесь, конечно, без нашего подхода, без кожевенно-диспансера никуда. Вот. Ну, вот такие вопросы мы решаем, поэтому обращайтесь треба, к нам. Треба в будь-якому випадку прислухатися до свого організму, так, і тоді вже ми з вами зможемо відповісти на питання, що в нас за хвороба і як з цим бути. Я хотіла би більше зупинитися на оцих бактеріологічних хворобах шкірних, тому що алергії як алергії, ну тут люди вже, ті, хто алергетики, то вони знають, що робити з своїми алергіями, звертаються до вузьконаправлених фахівців, а от саме бактеріологічні хвороби, вони можуть зненацька застати, так? Отже, якщо ми побачили, що в нас загноюються рани у дитини або в нас в дорослих, не просто там ранка, яка повільно заживляється, чи швидко, це вже індивідуально. А саме ми побачили, що там гній в тій ранці. Що робити, особливо, якщо ми на відпочинку знаходимося? Якщо ми знаходимося на відпочинку, ми завжди з собою беремо аптечки індивідуального применения. Значит, в аптечке, естественно, у нас должны быть какие-то антисептики. Это могут быть самые банальные аэрозоли, это могут быть красители, это могут быть мази, да, с какими-то антибактериальными средствами. Что надо делать? В первую очередь не создавать водную среду, которая будет способствовать распространению стрептодермии и стафилодермии. То есть, незважаючи на то, что гній – це грязь, а грязь видаляється водою, вода тільки тут сприятиме розповсюдженню хвороби. Ну, способствовать заживлению будет, конечно, хорошая морская чистая вода, а вот речная вода может усугубить течение заболевания. Детей и взрослых нужно ограничить, если вы находитесь на отдыхе, в употреблении сладостей и в употреблении мучных продуктов. Потому что на самом деле сладкая и глюкоза дает рост и способствует размножению бактерий. Ни в коем случае не делать никаких процедур, скажем, как говорят люди, по выдавливанию гнойничков и так далее, распространению, то есть удалению гноя самостоятельно. Лучше всего применять антисептики, лучше всего применять красители
и уже по приезду, если это возможно, обратиться к врачу. Самостоятельное употребление антибиотиков тоже не всегда принесет успеха, и учитывая, что есть антибиотики, антибактериальные средства, которые употребляются внутрь и притягивают солнечные лучи, то вы можете усугубить еще состояние своей кожи и вызвать ожоги кожных покровов. Поэтому вот такими средствами, скажем, индивидуальной защиты, бактерицидными пластырями, защитить от дальнейшего распространения, проглаживания одежды изнутри, чтобы не было распространения бактериальной инфекции. Ну вот и солнечные лучи умеренные, так как все равно ультрафиолет обладает бактерицидным свойством, скажем, до 10 вечера, возможно, польза ему. Допомагает. Да. Дякую вам за надану інформацію. Сподіваюся, що більшість наших глядачів для себе дізналися і нового, і закріпили те, що знали. Я думаю, що за допомогою порад нашого фахівця ваш відпочинок не зіпсується, а з відпочинку ви повернетеся не до лікарні, а додому відпочившими, приступити до роботи, а ваші діти – до навчання. З нами сьогодні була Максимова Ірина Станіславна, головний лікар Миколаївського обласного шкірно-венерологічного диспансера та обласний позаштатний дерматовенеролог. Ще раз вам дякую. Зичу всім доброго здоров'я, до побачення, до нових зустрічей.